перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Потому что я тебя вообще нихуя не слышу. Ну да, вообще прям. Ты прям вот просто вообще. Ты вот вообще меня не слышишь? Прям ноль. А так. А, лидер завис. Пам-п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 ам. А меня слышно вообще или нет, пацаны? Бля, лизер отключился. Все заебись. Ну, нормально. Ну, то лизер что-то меня не слышал, походу. Ща лизер подключится, делал пацаки. А сейчас слышишь меня? Бля, прикинь, тебя все еще. Я подключился специально к колонке. Теперь я тебя хуёво слышу. Бля, сейчас, стой. Подожди. Чё, так? Пидорство. Бля, вообще тебя хуёво слышу. Сейчас, сек. Бля, чё ты за пацан? А ну, блядь. А вот так? О, так пизже. Тебя очень плохо слышно, очень тихо, но... Мне понятно. Говорят, что меня нормально слышно. Ну, нормально, ладно. Что ты, как твои дела? Да ничего, нормально, откисаю, вот сижу. Как канцики прошли? Охуенно. Пацаны, это пиздец, блядь, типа базарить для трансляции, типа, на житуху. Ты же на житуху решил побазарить на 1000 человек? Ну, мне интересно, блядь. Мы с тобой можем в фейстайме созвониться по этому поводу. Нахуя, чувак, давай обсуждать рэп. Не-не-не. Короче, сегодня жопу сосал. А? Сегодня вот такенную жопу сосал. Чью? Тебе скажи, сам захочешь. Я... Хуя себе. Ну ты даешь, пацан. Угу. Да, тебе скажи, сам захочешь. Охуенно сказал вообще. Это ж какая жопа там должна быть? Здоровенная, чувак, большая. Либо вот такая. Я не знаю, ты любишь большие жопы или маленькие. Я не лежу задницы. Я посылаю нахуй фейм и все вот это вот. Ебать, пришел на студию, а тут воняет тупо, ебать, сука, алкоголиками какими-то, ебать, а никого нету, что делать? Ну это так обычно и бывает, когда студии строятся. Алкоголиками. Наконец-то они снова вместе. Наконец-то они снова вместе. Чувак, ты знаешь, кто это? Это вот эта подруга, про которую я рассказывал тебе когда-то. Да я тебе потом расскажу. Я тебя понял. Не понял, молодые, чё, кого не поделили. Салам алейкум. Я скоро буду, говорит. Ну давай, Стэн, ебать, я жду тебя. Привези меня пожрать и сигарет. Если ты меня смотришь, пожалуйста, привези мне похавать и сигарет. Я видел там недавно в историях у Мортика, он чуваков просил пиццу привезти, что ли, на ваш адрес. Классика, чувак. Чё, привезли? Не знаю, я дома сидел. Приезжай в Москву. Чувак, я пока не выездной с Украины. Я 2 марта буду в Москве. Там какая-то тема, да, там Телегрейв тоже хотел уже приехать, не поехал из-за того, что, короче, его бы обратно не впустили. Странная тема. Не знаю, у нас вообще сейчас военное положение, ну похуй. Да, я в курсе, в курсе.
Да, жестко. Продам калаш, кстати, пацаны, кому надо, обращайтесь. Да, это надо тебе к этим обратиться, к рэперам, которые... К рэперам, которые пиздят, что у них есть автомат, я могу реально продать. Которые читают, типа, эй, я тебя... Заряжаю свою чапу. Наоборот. У меня есть бабки, у тебя их нет. Диджей Симбиотик — это старый трилпил. Наверное. Диджей Симбиотик — это старый трилпил. Да. Как устаренная или как называют ща? Ребрендинг, трилпила это я. Не, не устаревшая. Бля. Ну, короче, я не помню. А что ты хотел сказать? Я хотел сказать какое-то умное слово. Типа, не устаревшая версия, а типа, не устаренная. Ну ладно, короче, я такого слова, я просто слышал. Пачка сигарет, пачка сигарет, пачка сигарет, пачка сигарет, пачка сигарет. А ну, чё ты не плачешь в клипе «Пачка сигарет»? Потому что я пацан. Пацаны плачут. Они не плачут на камеру. Они рыгают, чувак. Они плачут дома. Нормально. В подушку. Что, у тебя будут концыки или нет? Когда-нибудь еще? Или ты закончил рэп-карьеру, и будет? Да я завязал, короче, вообще. Я тут автомойку открыл, там, помидоры, не помидоры, короче. Тёлок ебёшь? Да нет, тоже что-то как-то потерял интерес. Правильно. Я тоже его. Нахуй тёлок. А? Нахуй тёлок, хэштег без баб. Гена Букин в здании, нахуй. Мы не уважаем женщин. Мы бьём женщин и детей. Да, потому что мы красавчики. Потому что мы сильнее. Хотел скриншот делать. Делай скрин. Сам делай. Не могу. Я тоже. Там уже сделали, да? По-любому. Если что, ты сделал скрин, скиньте мне. А ты видел мем в Твиттере, кстати, про девочек? Не. Посмотри. Бля, что? Твиттер. Покажи его, пожалуйста, потом в камеру. Да-да-да, покажи его обязательно. Офигенный мем, короче. В Твиттере. Блять, а тут что, нельзя зайти спокойно, если ты нахуй не зарегистрирован, нахуй, блядь. Нет, сука. Вбей, короче, в Google. Google меня знает. Google пизди, что тебя знает. Твиттер, лидер, все. Да я это и делаю, чувак. А почему-то первая ссылка Лиза Гирлина. Че, первая? Да, забей. А, да, я это и видел сегодня. Да. Покажи в камеру, братан. Покажи всем. Пусть все тоже видят. Да. Пацаны, там непонятно. Красивые тёлки ужасные. Нахуй тёлок. Ну там немного не такой смысл. А какой? А? А какой здесь может быть смысл другой? Да забей. А, это типа рот? Полный экран, всё сбилось. Да всё забей. Во-первых, тебя плохо слышно. Как будто бы ты сам сводишь эту трансляцию. А? Что? Во-вторых, ты в уши ебёшься. Нет, это просто сведение от диджея Симбиотика. Привет, Public Enemy Face. Кто подгрузился? Public Enemy Face. Это... Но кто-то пришел. Да, пацаны, если кому-то нужно сведение, вот покупайте у этого парня. Кто там идет, алло? Он сводит Трэвиса Шпрота. Чувак, ты полный последний альбом Трэвиса Шпрота был сведен диджей Симбиотик. Погоди, я трансую веду. Бля, вас очень плохо слышно, молодые люди. Можно, пожалуйста? Что такое? Я занят вообще. Сейчас занят или на пару? Грузины пришли. Это грузины. Здорово. Бля, чё там хипишь? Рэп пишет. О, Лизер, братка, па. Салам алейкум. Чё ты, брат? Да ничего, вот решили с Юрой трансу провести, точнее он меня заставил. Что это за хуйня? Это сишка, на, покури. Чё говоришь, брат? Ну давай. Решили вот с Юрой трансу провести, он меня пригласил, заставил, короче. Да, он жесткий тип, смотри на него вообще. Да, вообще просто зверь. А чё это вы за сигу курите? Это электронка? Да, да, брат. Закажи себе, они там хуйню ставят. Ай, фу, ебать. Что такое? Как у вас плохо слышно? Иди нахуй! Он тупо слазит. Отходит.
Ебать, ногти ломаются. Я один раз в селе, когда на велосипеде катался, ударился ногтем, и у меня он тоже слетел. В селе, блядь. Да-да-да, надо записать в копилочку с моей биографией. Ох, блядь. В Википедии. Село, салют. Салют всем деревенским. Всем пацанам с села салют. Морти в Украине? Нет, мы в Туле. Вы в Твери. Мы в Йошкар-Оле. Завтра в Сыфтывкаре концерт. Крыжополь не проедете, только мимо. Нихуя, Иван, там же цело снять. Чего, только... А, да иди ты нахуй! Да ебать, у них там кипиш. А, шо? Шо? Я говорю... Я говорю, хиппи, что у вас там поднимается, короче, конкретно. Переживание ногтя. А, да не показывай, чё... А, нет. Это страшнее, чем клипы русских рэперов. Пока не пизды. Намного. Ебать, ты можешь у себя, блядь, в инстухе разыграть мой ноготь, ебать. Это шлёп мы его тому, кто победит, ебать. Разыгрывай. У меня просто... И сейчас эта трансляция просто будет полна встроенной рекламы. Спасибо, короче, Карина. Короче, нам надо гнать. Вот. Да, давай, чувак. Я иду себе базар покупать, короче, Феррари. Я вот, короче, думаю, красную Aston или белую. Aston Island. Красную будет? Или белую? Давай желтую. И Aston Island. Красную. Желтую? Да. И ремень... Ну, красная как-то типично, типа, я тоже вот думаю. Давай в Феррари голубой, как и ты. Не, это слишком очевидно. Mm. Типа, нужен сюрприз. Почему вы так близко экран держаты? Я? Нет, я, походу. Это я держу я специально, чтобы... У тебя харя твоя квадратная не влезает. Я не хочу на скриптонит. А я бы списал тебе в списке. Поехали. Блять, а когда, во сколько? Сейчас, уже начинается. Поехали с нами, брат. Я на Аню писал в списке. Натурин? Да. Короче, да, мы погнали. Давай, братан, там всем давай, привет. Лизер, вас очень плохо слышно, пацаны, вообще очень плохо. Бля. Да похуй. Давай, брат, удачи. Да, давайте, пацаны, респект.